Уже есть приложение, где ты через телефон можешь все это сделать, и тебе не надо заходить через компьютер. Ждал буквально пару минут, и, как мы видим, уже зарезервирован слот. Что это означает? Это означает, что мой предмет кто-то собирается купить. Не прошло и одной минуты, как мне деньги пришли на счет. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанан. И в этом видео я тебе расскажу, как дешево купить скины, как перепродавать скины, чтобы на этом навариться, либо как вывести деньги из Steam. Интересно, присаживайся поудобнее, ставь лайкусик, я начинаю. Хочешь заработать 200 рублей? Подпишись, поставь лайк, напиши любой комментарий. И в следующем видео жди себя вот здесь. И, кстати, с прошлого видео вот этот парень выиграл денежки. Сегодня я хочу вас познакомить с сайтом под названием TheMarket.com. Это лучший сайт по покупке, продаже и перепродаже скинов. Почему именно этот сайт, а не какие-либо другие? Во-первых, сайт работает уже 1000 лет и никогда никого не подводил. Во-вторых, здесь работает система ботов, где ты никогда в жизни не получишь красную табличку, а конкретно трейдбан. А кстати, тут добавили P2P трейдинг, что такое P2P чуть расскажу позже, но скажу так, что ребята сделали реально годную тему и плюс позаботились о безопасности. Ну и в-третьих, тут ценник такой, что ты будешь реально в шоке. Дешевле на 30, 40, 50, а иногда да, и на 60%, поэтому срочно залетай на этот сайт, убедись в этом и реально закупайся скинами. Окей, я рассказал, что это за сайт, но давайте пройдемся по нему, посмотрим, что вообще тут есть. Зайдя на сайт, справа сверху есть кнопочка регистрация. Нажимаем на нее, нажимаем регистрация через Steam, и вы зайдете под своим аккаунтом Steam профиля. Дальше слева мы увидим вкладочку «Мои предметы», «On sale» и «Заказы». Нужно вставить в настройках трейд-ссылку, и тогда «Мои предметы» отобразятся. On sale — это то, что вы собираетесь продавать, а «Заказы» — это то, что вы хотите купить по определенному ордеру. В основной части экрана находятся предметы, которые уже можно купить. И, кстати, очень удобная сортировка здесь. Можно выбрать игру, можно поставить определенно нужный тебе предмет, количество денег, которые ты готов заплатить за тот или иной предмет, выбрать любую категорию и даже хорошие скидки. На примере сейчас можно купить со скидкой 52% вот этот вот сундучок. Неплохо. Хорошо, давай прямо сейчас я зайду на сайт, покажу тебе, как торговать предметами, как покупать скины и как включить P2P торговлю, где ты можешь получить еще плюс 5% к профиту. Итак, чтобы войти на сайт, надо нажать «Вход», дальше «Вход через Steam» и после чего «Войти». Все, мы находимся уже в самой системе TheMarket. Но у вас не будет face-to-face торговли. Как ее включить? Заходим в настройки своего аккаунта, листаем вниз и тут находим face-to-face режим. И проводим вот такой табулерочек вправо. Все, мы теперь включили тот самый face-to-face. Что такое вообще P2P торговля? Давай поговорим об этом. Сейчас я в двух словах, ребят, расскажу, что такое P2P торговля, а точнее face-to-face. Face-to-face — это когда ты торгуешь не через ботов, а взаимодействуешь сразу с людьми. Например, есть Вася Пупкин, у него есть дигл за 900 рублей. Ты пришел, говоришь, я хочу купить тебе дигл. Даешь ему 900 рублей, он тебе дает дигл. Вот и есть то самое P2P, а точнее face-to-face. Поняли? Просто в двух словах все рассказал. Но давайте поговорим о том, что почему вообще дают красные таблички за вот эту P2P торговлю. Все очкуют этого. И вообще, что такое красная табличка? Как вообще все происходит? Смотри, возьмем пример. У тебя есть косарь рублей. Ты заходишь на сайт рулетку, такой, сейчас я подниму с этого косаря себе нормально ножик. В итоге сайт тебя опрокидывает, и что у тебя остается на балансе, там, рублей 30, которых вообще никак нельзя поиграть. Единственное, что можно, это вывести себе в инвентарь какой-то ширп. Что ты, в принципе, делаешь? Нажимаешь кнопку «Вывести», сразу же в это время сайт с помощью API подменяет трейды на тех людей, которые продают с других сайтов, тоже название не будем говорить, определенные предметы, как раз те, которые ты собираешься вывести. И все. То есть сайт в шоколаде в любом случае. Ты ему даешь бан, например, ты говоришь, ребят, я буду жаловаться. Я буду жаловаться, чтобы хотя бы ботов нашего сайта заблокировали. Ты нажимаешь «Пожаловаться», говоришь о том, что это сайт-рулетка и прочее, прочее. В итоге красную табличку получает не сайт, а человек, который тоже пытается хоть как-то навариться в этом стиме, да, хоть как-то вывести бабки со стима. Что в итоге получается? Сайт кайфует, тебя опрокинули на бабки, и еще чел, который тебе продал скины, тоже опрокинут на бабки, потому что у него трейдбан, а конкретно красная табличка. Но смотрите, как здесь сделано. Здесь TheMarket проработал систему просто на высочайшем уровне. У них есть собственное приложение, где они отслеживают, что есть, вот как я уже говорил, Вася Пупкин, у него есть дигл, там, допустим, 900 рублей. И у тебя есть 900 рублей, и ты говоришь, я хочу вот этот дигл. Все, никаких других людей вообще существовать не будет, никаких подменов и так далее не будет. Конкретно, Вася Пупкин доволен, что ты у него купил за 900 рублей дигл, и ты также доволен, что у тебя дигл за те самые 900 рублей, которые ты отдал. Идеально.
Да, конечно, идеально. И плюс еще убрана комиссия 5%. То есть, если ты, ну, я был Вася Пупкин, я продал за 900 рублей, и у меня не сняли комиссию. Я все эти 900 рублей получил себе на баланс. О! Ну и в итоге все в шоколаде. Никто ни на кого не кидает репорты, потому что все абсолютно довольны. За счет чего красной таблички... Даже не думай об этом, здесь ее не будет. Давайте теперь поговорим о том, как пополнить баланс, как вывести деньги с этого сайта и вообще, что тут по комиссиям. Чтобы найти вкладку «Ввод и вывод средств», нам нужно нажать на свой баланс. Дальше здесь есть депозит и вывод средств. Давайте зайдем в депозит и посмотрим вообще, какие есть способы ввода и какая комиссия. Ну, как я вижу, комиссия средняя тут 3%, хотя на Киви 7 это многовато. Кстати, КУС. Что такое КУС? Требуют банки от сайта D-Market, чтобы ты подтверждал свою личность, чтобы не было каких-то манипуляций мошеннических с деньгами и так далее. Поэтому ничего страшного, это нужно не D-Market, это нужно банкам. Это ты сфоткать, ты должен свое лицо, сфоткать паспорт, совместить это вместе и показать, что ты тот человек, чья эта карточка. Все, проблем не будет. И 2,5%, кстати, ну, у нас там немного. Судя по тому, что здесь можно купить скины по 28, по 33%. Это вообще нормально. Давайте посмотрим, кстати, по выводу, что... По выводу, в принципе, здесь то же самое, да, комиссия, 2% комиссии на вывод Киви. Это хорошо, даже подешевле будет, чем здесь. Неплохо, кстати, неплохо, реально неплохо. Надо будет, кстати, на Киви себе потом вывести. Ладно, мы зашли на сайт, зарегистрировались, пополнили баланс, что делать дальше, ты вообще ни в чем не разбираешься. Как торговать на face-to-face, либо просто на D-Market торговле. Давай я тебе на своем примере все покажу. Самое первое, что нам нужно сделать, это проверить настройки аккаунта. Включена ли face-to-face, включены ли мои предметы и также поставлен ли у тебя API-ключ. Как это сделать, я уже показывал, но давай повторим еще раз. Заходим в настройки, после чего настройки аккаунта, листаем чуть ниже и видим вот здесь вот получить trade URL. Нажимаем эту кнопочку, получаем ключ, вставляем сюда, применить, все, URL готово, но единственное, что тебе надо открыть профиль, это обязательно, иначе ничего работать не будет. Дальше летим ниже, face-to-face торговля, как я уже показывал, просто дублерочек вправо двигаешь, и все, у тебя он будет включен. И летим еще чуть ниже, это API-ключ. Зачем вообще нужен API-ключ? Это когда тебе будут трейды отправлять, чтобы тебе ничего нажимать не надо было, у тебя автоматически залетало уже все внутрь. То есть, как раз именно будет D-Market помогать тебе во всяких вот этих манипуляциях с торговлей. Ну, это на самом деле очень выгодно, круто и кайфово. Я лично с этого, блин, получаю удовольствие, когда тебе ничего не надо делать, за тебя все уже сделано. Это классно. Возвращаемся на главную страницу сайта, нажимаем «Мои предметы». Твои предметы должны здесь отобразиться, и выбираем игру, которая тебе нужна. У меня, естественно, CSGO. Окей. На своем примере я буду продавать, естественно, «Снежный вихрь», ну, нажимаем на него, после чего он отправляется вот в нижнюю сетку, и тут либо продать сейчас, это ты продашь сразу боту, именно D-Market, и у тебя еще вычтут комиссию 5%. Это, естественно, невыгодно. Нам надо нажать на зеленую кнопочку Sell I Ask. После чего выбираешь здесь Sell Face to Face. Это как раз, вот видишь, 0%. Это значит что? Это P2P торговля, где не будет с комиссией в 5%. Блин, уже 500 раз про это сказал, но это действительно реально для трейдеров очень актуальная тема. Окей, нажимаем продать, только единственную цену я, наверное, подниму. Хотя, давайте для интереса, чтобы вам быстрее показать, я покажу прямо сейчас за эту цену. Окей, продать. Все, предмет был успешно выставлен на продажу. Перейти к продажам. Смотрим. Все, на в продаже, теперь мы тупо просто сидим, чилим и ждем. Кстати, есть очень важные моменты, которые я хочу вам рассказать и поделиться с вами. Первый самый важный момент, у тебя есть 12 часов, чтобы передать этот предмет. Не так, как на других сайтах, где P2P, ты должен прямо здесь и сейчас, 10 минут есть, вперед к продаже и так далее. Здесь нет такого. 12 часов у тебя на время, пока ты вдруг уснул, проснулся и так далее, увидел, продал неплохо. Плюс еще в телефончике уже есть приложение, где ты через телефон можешь все это сделать, и тебе не надо заходить через компьютер. Это идеально. Но также есть неплохой бонус. Если вдруг ты купил предмет, и через 12 часов этот предмет тебе не перевели, тогда 2% от стоимости этого предмета автоматически приходит тебе, типа, извини, брат, такое больше не повторится. Это очень круто. D-Market, блин, еще раз вам огромный респект. Ждал буквально пару минут, и, как мы видим, уже зарезервирован слот. Что это означает? Это означает, что мой предмет кто-то собирается купить. Сверху есть как раз такой же человечек нарисованный с красным таким кружком. Нажимаем на него, и мы видим, что дружище у нас собирается покупать. Причем он сам создал уже здесь
сделку. Я вам, кстати, покажу вкладочки, там показано было, как я сам создавал сделку. Но тут парень решил не париться и создал сделку сам через приложение. Мне осталось только принять сделку и все. Дальше автоматически я будь хлоп-хлоп-хлоп, сделаю так, и в ответочку ко мне уже придет уведомление, кстати, где мой телефон. Также приложение DMarket мне показывает о том, что да, действительно, трейд нужно подтвердить. Я захожу в Steam, подтверждаю трейд, это означает, что DMarket уже обо всем позаботился, мне нужно просто подтвердить. Окей? Окей. Все. Все, вернулись назад, нажали кнопку обновить, и как мы видим, успешно. Вот сами видите, буквально 2-3 нажатия и готово. Не надо лишнего ничего выдумывать. Идеально. Окей, денежки у нас на счету. Я тут посмотрел сейчас, кстати, что можно выкупить интересного. Ничего не нашел, подожду пока еще. Но, наверное, для вас я сделаю так. Я сейчас выведу эти деньги на киви и посмотрю, через какое время они придут. Нажимаем на баланс, после чего вывод и дальше киви. Номер телефона я скрою. Ну давай, посмотрим, через сколько пришли деньги. Интересная система, когда нажимаешь вывод средств, после чего нажимаешь окей, тебе дается возможность отчета 9 минут. Неужели за эти 9 минут деньги придут ко мне на счет? Это будет забавно. Блин, вы не поверите. Вот вы не поверите, мне мгновенно пришли бабки. Вы будете угорать, лично сами проверьте. Не прошло и одной минуты, как мне деньги пришли на счет. Блин, DMarket, вы че, гоните что ли? Это что за система такая охрененная? Кайф, кайф, кайф. Ну что, ты ждешь итоги от меня по этому сайту? Видишь улыбку на лице? Это говорит о том, что сайт действительно годный. Во-первых, видишь, сзади написано у меня, сколько процентов дешевле. То есть они в реальном времени действительно проверяют, сколько сейчас в данный момент стоит скин на торговой площадке, и сразу показывают, сколько скин стоит здесь. Они сверяют, выставляют проценты и говорят: дружище, 37% скидка, бери, реально годно. И ты такой... кайф, кайф. Плюс face-to-face торговля сделана на высочайшем уровне. Я с помощью одной кнопки передал скин, и также с помощью одной кнопки и вывел деньги на счет, и все. За одну минуту мне деньги пришли. Это очень круто и слаженно работает DMarket действительно. Я не говорю о том, что есть здесь система ботов, где ты можешь сбагрить все свои скины, выставить на продажу, на покупку лоты и все, заходить там, я не знаю, 2 раза в неделю и просто выставлять то, что тебе нужно, и лутать остальные бабки себе на счет. Я считаю, этот сайт действительно крутой по сравнению со своими конкурентами. Решать вам. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Пользовались ли такими штуками? Как вам face-to-face? Я говорю, мне вообще по кайфу. Все, давай, пока-пока. Наслаждайтесь этим сайтом. Ну, ссылочка, кстати, в описании, если тебе надо будет. А так, посмотри еще вот этот годный видос. 3, 2,